Что касается создания палестинского государства, то, на наш взгляд, у нас принципиальная позиция. Она не связана с сегодняшним кризисом вообще. Хотя, конечно, он эту проблему поднимает на поверхность. Тем не менее, мы всегда выступали за создание палестинского государства, самостоятельного, суверенного, со столицей в Иерусалиме на Восточном. Но об этом мы говорим давно, международное сообщество говорит об этом давно, начиная с 1948 года, когда была поставлена такая задача создать два независимых суверенных государства. Не знаю, будет ли этот сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи. Но если бы это было так, это было бы правильно, потому что это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу. Потому что подменить политические вопросы фундаментального характера, связанные с определением судьбы палестинского народа, подменить это какими-то сиюминутными экономическими подачками, как Соединенные Штаты пытались это сделать, это совершенно невозможно, и сегодняшний кризис это показывает. Нужно решать фундаментальные задачи политического характера.